привет, дорогие друзья из солнечной Алании! Сегодня мы находимся в районе Конаклы, и сегодня мы идем с вами в торговый центр Нева, который находится, как я уже сказала, в Конакле. Чем же примечателен этот торговый центр? Прежде всего, это аутлет, и здесь всегда есть не только скидки, но и отличные цены на все товары. Какие здесь есть товары? Мужские, женские вещи, детские вещи, чемоданы, обувь, постельное белье, текстиль, в общем, очень-очень много красивых вещей по отличным ценам. Торговый центр Нева находится в Конаклы и работает с 10 утра до 12 ночи. Здесь также работает система такси, и если вы едете из каких-то районов Алании или других близлежащих районов, то вы можете вызвать трансфер от 5 человек. Трансфер привезет вас бесплатно. Mağazamız Alanya'nın hatta Antalya bölgesinin metrekare olarak en büyük outlet mağazası. 3000 metrekare bir alanda hizmet veriyoruz. Adil Işık, Mavi Cins, Loft, Koton, Adidas, Hamal, Bonprix, Polo, US Polo, Özdilek, Sarev, Max Style, Sarar, Pierre Cardin, sayamadığımız kadar çok markamız var. Sadece orijinal ürünler satıyoruz ve gerçek outlet fiyatlarla satıyoruz. Bazı gruplarımızda sezon ürünlerimiz de mevcut. Женском отделе большой выбор курток. Например, вот такая вот куртка фирмы Cotton стоит 216 лир. Ну и, конечно же, вы можете найти здесь очень большое количество летних вещей. Например, юбки. Можно найти большое количество сарафанов. Bu bizim ülkemize özgü, sadece pamuktan imal edilen şile bezi elbiselerimiz. Böyle de elbiseler var. Bunun fiyatı 79 lira. Bonfili, dünyaca ünlü bir marka. Cotton grubumuz var. Mavi cins var. Вот такие вот более теплые вещи, тоже куртки. LTV. Ага, фирмы LTV. Какой они цены? 179 лир. 180, конечно же. И рубашек, которые можно носить как и летом, так и в офис. Например, такая рубашка 106 лир. И, друзья, еще раз повторюсь, что в этом магазине сейчас действует скидка 20% на все товары, которые вы здесь видите. Если говорить о зимних вещах, то представлены теплые кофты, и, конечно же, куртки. Вот, например, такая куртка фирмы LTB стоит 180 лир плюс скидка 20%. Есть большое количество ветровок, футболок, огромный выбор футболок светлых, темных, с принтами. И, например, вот эта футболка стоит 30 лир, но я покажу вам чуть позже, есть отдельный район, где большое количество вещей по ценам от 5 лир. Здесь представлены футболки LTB фирмы Little Big, и цены на эти футболки от 20, вот эта вот футболка стоит, например, 20-22 лиры. Огромное количество джинс любых размеров, любых цветов. Посмотрите, очень большой размер, вот как раз я сейчас достала, стоит 90 лир, и это размер 56. Многие из вас спрашивают большие размеры вещей, и в этом магазине есть размеры любые, от самых маленьких до больших. Различные цвета, например, черные, тоже большой размер. Футболки, как я уже говорила, от 5 лир, но это в районе, где находятся скидки. Например, очень красивая футболка, морская тематика в полосочку, стоит 40 лир фирмы Cotton, актуально вообще совсем. И с джинсами будет актуально, и, конечно, смотрите, вот с такими вот классическими брюками, как у меня, она тоже будет актуальна. В общем, магазин очень большой, здесь есть абсолютно все, футболки. Кто любит что-то более оригинальное, можно купить футболки вот такого вот типа, тоже фирма Cotton, стоит 40-43 лиры.
различные летние платья, футболки, 106 лир. Rayon ayrı durumda. Bu rayonumuz günlük hızlı giyim rayonumuz kadınlar için. Mavi jeans, koton, little big. Bu rayonda tüm markalar mevcut. Elbiselerimiz, gömleklerimiz, jeanler. Burada fiyatlar 5 liradan başlıyor tişört fiyatları. Jeanler 69 liradan başlıyor ve yükselerek devam ediyor. Большое количество брюк и джинс разных размеров. Например, если в той стороне большие размеры, в этой стороне маленькие размеры. И вот такие вот джинсы фирмы LTV стоят всего 119 лир. Есть белые, серые, черные, ну и, конечно же, светло-голубые классика. И вот такая вот классика темно-синий. Также стоит 130 лир. Ну и, конечно же, большое количество джинсовых курток. Вот такая куртка фирмы LTB стоит 160 лир. Ну и есть цвета светлые, темные, короткие. Нет, ну вот такая вот куртка, например, на летом мне бы очень, мне очень понравилась. Ну и, конечно же, если говорить о зимних вещах, есть теплые рубашки, тоже фирмы LTV. Такая рубашка стоит 90 лир. Mal Türk markası, Türkiye'de üretilen yerli bir spor markası. Ürün çeşitliliği çok güzel. Sadece spor kıyafetler ve spor ayakkabılar ve çantalar, aksesuarlar üretiyor. Türkiye'nin gururu denilebilecek markalardan bir tanesi. Hem bayan ve hem erkek. Hem erkek. Большой выбор свитшотов, как с капюшонами. Вот такого плана стоит 94 лиры. Так и без капюшона. Разные модели, есть одноцветные, есть вот с такими интересными принтами. И если вы хотите, ищете оригинальные футболки, то футболки, например, вот эта футболка стоит 47 лир фирмы Cartoon с такими интересными блестками. Либо есть футболки попроще за 30 лир просто с различными принтами, совершенно разных цветов. Ну, летние. Большое количество джинсов. Джинсы, цены на женские джинсы здесь начинаются от 50 лир. Плюс сейчас до конца мая действует скидка 20%. Многие из вас спрашивают, где купить чемоданы. Так вот, в торговом центре Нева также продаются чемоданы. Самый маленький чемодан стоит 100 лир, со скидкой 20% 80. Вот такой вот средний размер стоит 150 лир. И чемодан большого размера стоит 250 лир. На самом деле очень легкий, поэтому если вам нужны чемоданы, приходите, здесь большой выбор и размеров, и цветов, ну и, конечно же, цен. Erkek rayonumuzda yine az önce Bayan Rayon'da olduğu gibi Little Big, mavi jeans, koton markalarımız var. Buna ek olarak özellikle büyük bedenli Rusların çok iyi bildiği Tony Montana markamız var. Jack Jones var aynı şekilde. Biz burada hem yabancı markalarda, dünya markalarında hem bizim yerli markalarımızda özellikle beden aralığını geniş tutmaya çalışıyoruz. Marka Tony Montana. Большие размеры 5X'lar, 5X'lar. 7X'lar до 7XL есть размеры. Bunlar yine az önce gördüğümüz yerli şile bezi ürünlerimizin erkek için olanları. Sadece pamuk gruplar. Конечно же, большое количество жилетов. Тони. 5X-large, Тони Монтана. 5X-large, очень большие размеры. И большое количество свитеров, различных рубашек. И Пунарде, чок чешит ваш. Очень большое количество спортивных брюк для мужчин.
Bunlar da büyük, büyük bedenler değil mi? Var, evet. Например, фирмы Cotton и других. До конца мая скидка на все, что вы видите в этом магазине, 20%. И после мая также будут скидки на определенные группы товаров, поэтому приходите обязательно. Цены здесь фиксированные и постоянно есть какие-то скидки. Тишортлеримиз erkekte 9.90'dan başlıyor, 10 liradan başlıyor fiyatlarımız. 19 ve 29'luk gruplarımız çok çeşitli. Çok farklı modeller var. Большой выбор мужских футболок, тоже совершенно разных фасонов. От вот таких вот классических белых с какими-то такими неприметными принтами, 30 лир вот такая футболка, до достаточно оригинальных вот такого вот плана. И длинных. Стоит тоже 30 лир. Как вы видите, большое количество цветов, размеров. И к футболочкам, конечно же, есть большой выбор джинсовых шорт различных цветов. Стоят вот такие джинсы, шорты фирмы Mavi 130 лир. Есть и коричневые, и серые, и вот такие более классические темно-синие. Ну и, конечно же, для мужчин, как и для женщин, вы можете выбрать тот размер, который вам нужен, потому что размеры от XXS до 7XXL. Мужские джинсы от 70 лир. Большое количество моделей, фасонов, цветов. Ну и, конечно же, размеров. Например, вот такие джинсы фирмы Little Big стоит всего 110 лир, плюс скидка 20% до конца мая. Брюки, разные виды брюк, вот такие вот брюки, стоят 90 лир. Различные цвета, от летних вариантов до таких более классических, темных, черных и темно-синих. Но, конечно же, большой выбор. Свитшотов, вот такого плана свитшоты, тоже разные цвета, большой выбор цветов, размеров, ну и, конечно же, свитеров, вот, например, такого оригинального цвета, стоит 70 лир. Цены на мужские джинсы начинаются от 70 лир, фирма LTB, башка? Mavi. Cotton. LTB, Mavi и Cotton. Loft. Ve aynı büyük beden var. Еще покажу вам джинсы. Видите, совершенно невероятное количество моделей, цветов. И к джинсам вы можете подобрать тоже вот такие вот фланелевые рубашечки. Фирма Cotton. Например, вот эта рубашка стоит 106 лир. Кто любит светлые джинсы с потертостями, тоже большое количество цветов. Ну и, конечно же, размеров, размеры до 7XL. İlecilerimize ve üst gruplarımızda Jack Jones ürünlerimiz mevcut. Örneğin bu tişörtte fiyatımız 60 lira ve %20 indirim var. Помимо спортивной одежды и классических костюмов, в мужском отделе также есть джинсовые рубашки 120 лир, свитера. Сейчас такие свитера стоят 70 лир, есть свитера по 40 лир, также с капюшонами. Например, вот такой вот свитер фирмы LTB стоит всего 60 лир. Ну и, конечно же, куртки. Например, вот такого вот плана куртка стоит 180 лир. Вот такая вот куртка 130 лир. И вот такие вот оригинальные куртки фирмы Jack & Jones стоят 390 лир. Есть, конечно же, большие размеры, и они очень теплые, ну и качественные. Birçok marka ve çeşitli biz valizleri sunmaya çalışıyoruz. Hafif. Fiyat aralığımız çok geniş. 80 liradan başlıyor küçük boy valizlerimiz. Çocuk reyonumuzda yeni doğandan itibaren 16 yaşa kadar çocuklara hitap etmeye çalışıyoruz. Yine burada Cotton,
Polo, Disney ürünlerimiz mevcut. Tabii ki bizim Türkiye'de üretilen ve özellikle organik gruplar yeni doğanlar için bulundurmaya çalışıyoruz. Biz buna çok önem veriyoruz. Çocukların ne giydiği bizim ne giydiğimizden daha önemli. Очень большой отдел с детской одеждой, как для мальчиков, так и для девочек. Здесь есть и спортивная одежда, и более или менее классическая, футболки, летняя одежда. Конечно же, есть одежда зимняя, и всегда есть скидки на какие-то. Ve ben burada bir şey güzel gördüm. Bunlar tamamen organik. Evet. Antibakteriyel. Bebekler için Made in Turkey. Ve bu ne kadar böyle bir set? Bu 286 lira. Yine aynı şekilde %20 indirimimiz var. 10 parça hastane çıkış seti. Ага, 285 лир, 10 предметов, ну и, конечно же, скидка 20%. Şöyle, biz özellikle çocukta fiyatlarımız bizim gerçekten çok rekabetçi. Yani işte ilk karşımıza çıkan örneğin 16 lira fiyatı var ürün. Tişörtler marka Cotton, Cotton Kids. Ziyaret ettiklerinde umarım mutlaka daha farklı ürünlerimiz de olacak ama biz hep en uygun fiyata sunacağız. Ну и, конечно же, многие из вас спрашивают, можно ли найти детскую одежду зимнюю. Вот, пожалуйста, вот такие вот шубки из Чёгзи. Вот такие вот шубки из меха. Стоит она 139, всего 139 лир и, конечно же, скидка 20%. 132 лираймыш. 132 лиры. Bir kukla mayçı. Kinetix, Adidas ve Hummel çocuk ayakkabılarımız var. В детском отделе вы можете приобрести вещи как на очень маленьких детишек, так и на подростков. Большое количество спортивной одежды, ну и, конечно же, летней одежды по очень-очень приемлемым ценам. А выбор, как вы видите, выбор здесь просто бесконечный. Шапкалар, майо, гёзлик. Чучук, чин не лазанса, тамамны каршламая чалышырыз, фактор. О заман сизде, я... Her ay belki yeni ürünler geliyor. Sürekli geliyor. Sürekli geliyor. Şimdi yaz boyunca da yenilenmeye devam edecek. Yukarıda çok büyük bir depomuz var. Depoda yeni gelen ürünlerimiz hazırlanıyor ve hemen reyona taşıyoruz onları. Zaten ben fark ettim, çok çeşit ürün var, çok farklı renkler, her şey. Evet. Поэтому, друзья, если вы сюда приедете, вы найдете товары на любой вкус, цвет, кошелек для детей, для мужчин, для женщин, для всех абсолютно. Ve ben ne fark ettim biliyor musunuz? Sizin mağazanızda Cotton mağazada olmayan da ürünler var. Evet, var. Nasıl oluyor bu? Ürünleri ben seçiyorum. Ürünleri ben seçtiğim için biraz daha farklı şeyler gelebiliyor. Evet. Mesela böyle elbise. Burada gerçekten biz hem fiyat hem de tarz olarak çeşitli ürünler sunmaya çalıştık. Evet, bizde çok pahalı ürünler de var. Çok pahalı dediğimiz aslında yine de piyasanın altında fiyatlarla. İşte çok şık triko bir elbiseyi de alabilme şansları var bu mağazadan. İşte çok günlük herhangi bir elbiseyi de. Ну, конечно же, есть классический, вот классик модельный звар, Cotton. Ve это был geçen сезон, değil mi? Ama hala... Evet, hala devam ediyor. Hala moda devam ediyor, evet. Ya tabii ki erkekler için klasik. Evet, takım elbiselerimiz, tek ceketlerimiz, kumaş pantolonlarımız, casual gruplarımız. Burada da 195 liradan tek ceket fiyatlarımız başlıyor. 195 lira gibi de. Takım
takımlar var. Takımlarda başlayan fiyatlar? Takımlarda 400 liradan başlıyor fiyatlarımız. 400 liradan. En pahalı takımımız bu. Bu da %86 yün içeren en aslında kaliteli ürünlerden biri. Bu da 1000 lira. Erkek grubunda da yine aynı şekilde koton, Pierre Cardin, Sarar ürünlerimiz var. Yine birçok beden ve birçok renk seçeneğiyle slim fit, klasik gömleklerimiz, çoraplarımız, kravatlarımız ve çok yakın bir zamanda gelecek klasik erkek ayakkabılarımızla. Biz buraya gelen bir müşterimizin тепеден тырнаа гинип чипасына саалыйорс. И вот такая вот рубашка стоит 130 лир пьер. Yine klasik alanda 5X large Tony Montana gruplarımız var. Gömlekler. Hı-hı. Ve tabii ki takım elbiselerimiz. Takım elbiseler büyük bedenli. Bunlar mı? Bunlar gibi. Hı-hı. 570 lira. Yelekli. Yelek de var. Bilaj renkimiz çok renkli. Birçok marka. Şapkadan havluya, bikiniden tankiniye, tek parça. Bir sürü ürünümüz mevcut. Dagi, Com, Bellisa, yine Bonprix. Dagi birçok markamız Dagi var. Dagi mayolarda fiyatımız tek bir fiyatımız var. 170 lira. Bikinilerde ise yine tek bir fiyatımız var, 160 lira. Tamamı için geçerli. Tüm Dagi ürün grupları için. Farklı renkler ve plaj havluları. Ve tabii ki tek alabilirler değil mi? Tek. Evet. Ve kombin de yapabilirler değil mi? Doğru. Mesela mix and match. Yes. Mix and match. Evet. Bu çok iyi sistem aslında değil mi? Evet. Farklı. Bizim için de çok iyi, müşteri için de çok iyi. Yine erkek de özellikle erkeklerin istediği Ruslar slip mayo ile yüzmeyi seviyorlar şort yerine. Yine onlara hitap edecek slip mayolarımız, işte, mayo şortlarımız. Biz her reyonda büyük bedenleri hep güçlü tutmaya çalıştık. Mesela bu ne kadar? 190 lira. Böyle bir kombi. büyük bedenlerde yine bonfilerimiz var. Hem normal hem büyük bedenlerde. Ve çok avantajlı bir yer var. Takımlarda fiyatlarımız 129 lira. Teklerde 69 lira. Büyük bedeni bu ve bunlar indirimli değil mi? İndirimli, evet. Ve içinde çok güzel modeller var. Özellikle mayo şortlar var. Genç kız gruplarımız 16-17 yaş grubuna hitap eden çocuk mayolarımız. Burada yine koton, Bellisa, Dagi mayolarımız var. Özellikle kız çocuğun mayoları çok şirin oluyor. Ve tabii ki erkekler için. Onlar için de şortlar var. Her türlü. Yine erkek çocuklar için slip mayolarımız var. Çocuk şapkalarımız var. Her türlü şapkalar var işte. Evet, halatkalarımız var. Bunun Türkçesini unuttum. Neydi? Panço. Panço var. Bu küçük bir reyon da olsa hamile ve emziren annelerimiz için bir grubumuz var. Pantolonlar, şortlar, etekler, elbiseler, emzirme badileri. Yine o gruba da cevap verebilecek küçük bir reyonumuz da mevcut. Bu reyonda sonuna kadar Bonprix ve Lidlvik. Burası bizim böyle çok avantaj yolumuz. Abiye kıyafetten bir atlete kadar her şey mevcut. Bu reyonda 5 liradan başlıyor fiyatlar. En pahalı abiyemiz, işte pullu payetli en pahalı abiyemiz 250 lira. Normal bir klaba gidebilecek nitelikte güzel ürünlerimiz var. 79 liralara. А сейчас мы находимся в отделе скидок. Здесь вещи начинаются от 5 лир. Ну, например, если говорить о вечерних платьях, то вот это вот платье есть в черном и в белом цвете, и оно стоит всего 70 лир. Представляете?
Есть совершенно невероятно оригинальные платья. Например, вот это платье стоит всего 30 лир. 30 лир – оригинальное красивое платье. Футболки здесь от 5 лир. Например, могу вам показать вот такого плана футболка. Стоит 20 лир. Конечно же, большой выбор маек, футболок с различными принтами, вот таких вот летних платьев. Большой выбор каких-то оригинальных вещей. В общем, друзья, вот, например, вот такое вот вечернее платье стоит 120 лир. Поэтому, если вы хотите приобрести какие-то красивые вещи по большим скидкам, обязательно приходите. Очень мне понравился вот этот пиджачок, но, к сожалению, он для меня большой. Стоит всего 120 лир. Пиджачок-пальто. Отдел со скидками очень большой. Здесь много оригинальных вещей, интересных вещей. И, как я вам говорила, например, вот такая вот белая рубашка. Белые рубашки – это просто моя любовь. Стоит 60 лир. Или вот такого вот плана, более простая рубашечка, стоит всего 30 лир, тоже фирмы Cotton. Поэтому, как вы видите, скидки просто, просто невероятные. Большое количество повседневной одежды с этой стороны. Брюки, например, вот такие вот брюки фирмы Cotton стоят 30 лир, всего 30 лир. Поэтому, друзья, в этом отделе скидок можно ходить просто бесконечно, потому что скидки здесь невероятные. Большое количество вещей. Есть и более классические брюки, джинсы, светлые брюки. Вот такие вот брюки костюмные. Большое количество футболок. И здесь все развешено по размерам, поэтому обращайте внимание на размеры. Ну и, конечно же, приходите и выбирайте то, что вам нравится, потому что я думаю, что в этом отделе вы найдете то, что вы ищете. Это вот прям 100%. Yine Etek Sivriyanımız oldukça geniş ve çok markalı bir rayon. Tamamı Türk markası ürünler. Sarev, Taç, Özdilek, Maxstyle'larımız çok geniş. Yine organik gruplar bu yıl çok ilgi gören gruplar. Laura Bella. Birçok ürünümüz var. Ve küçük çocuklar için de var. Evet. Lüks ürünleriniz var her Doğru. türlü. Burada 90 liraya Ramforce, 600 liraya ipek takım bulmak mümkün. Bizim en avantajlı ürünlerimizden bir tanesi. İçinde bebek yorganı, çarşaf, yastık, kılıfı, kirli torbası, beşin yan korumaları ve alt açma bezi olan bir sekizli takım. Ve bu sekizli takımın fiyatı sadece 200 lira. Üstelik Yataş. Yataş Türkiye'nin yine en ünlü markalarından, bilindik markalarından bir tanesi. Bizim ülkemizde işte çok sevilen, tutulan bornozlar. Peştemal bornozlar. Bunlar %50 indirimde. Bizim bazen böyle %20 dışında özel indirim gruplarımız oluyor. Örneğin bunun fiyatı 30 lira. Также в торговом центре Нева очень большой отдел с текстилем. Здесь вы можете найти и постельное белье, и халаты, и подушки, и детское постельное белье. Конечно же, пижамы. Ну и что самое важное для нас, для всех, здесь очень приемлемые цены. И как мы видим, скидка также 20%. Например, есть вот такие вот полотенца, которые стоят 42 лиры, и это натуральный Большое количество хлопок. Постельного белья по ценам от 100 лир за односпальня и выше. Самое дорогое постельное белье здесь стоит 600 лир из натурального шелка. Большой выбор халатов. Например, вот такой халат стоит 182 лиры, а халат вот такого вот плана хлопковый стоит 150 лир. Bize bağlayan tek bir mağazamız var. O mağaza daha adil şık ve only ürünlerimiz daha ağırlıklı. Biraz daha klasik ve şık grup. Böyle elbiselerimiz, pantolonlarımız, yine fiyatlar mutlaka sezondan çok daha uygun fiyatlar. Adil şık
işte ülkemizde yine bizim Türk markalarından dünyada bilinenlerden bir tanesi. Güzel ürünler yapıyor. Biz severek yiyoruz. Müşterilerimiz de severek alıyorlar. Bir de burada işte İtalyan ipeği gruplarımız var. İpek. Ve bunlar sizin mağazanızda aslında en pahalı ürünler değil mi? En pahalı ürünler, doğru. 342 lira. Onlar da değişiyor. 200 liradan başlıyor fiyatlar. Özellikle yaz için çok rahat. Adil Işık'ta pantolonlar, bluzlar, elbiseler, tek etekler, ceketler, tamamını bulabileceğimiz bir grup. Ofis kıyafetleri deyince işte akla gelen ilk markalardan bir tanesi. Reyonumuz oldukça güçlü. Yaz için çok güzel. Bu da Adil Işık değil mi? Evet. İşte Ruslar Türkiye'ye geldiğinde özellikle uzun kollu istiyorlar, uzun boylu istiyorlar. Çünkü güneş alışık olmadıkları için vücutlarına zarar veriyor. Böyle uzun kollu yazlık elbiselerimiz var. Benim favorim bu. O benim de favorim ama kalmadı biliyor musun? Sadece ilk small'u kaldı. Small'u satılmış. Ama bilmiyorum. Deneyelim mi? Medium. Çok güzel. Ve bir de bunların şeyleri var. Yerimiz olmadığı için indirmedik ama bunun bir de uzun olanları var. Onlar da çok güzel. Medium'da sanki oldu gibi. Bağlantı bulasanız, müşterilerimiz bize bir o merdiven yoluyla ulaşabilirler. Bir de buradaki mağazamız yoluyla yukarıya bağlantı yapabilirler. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Ульку Ханым за то, что она провела нам такую основательную экскурсию по этому торговому центру. Ну и, конечно же, приглашаем вас в Конаклы, в торговый центр Нева Ульку Ханым. Спасибо за совет и добились. Çok teşekkür ederim. Biz burada güvenle alışveriş yapabileceğiniz, ülkemize geldiğinizde geri dönerken içinizin çok rahat olacağı ve ihtiyaçlarınızı karşılamış olarak dönebileceğiniz bir yer kurgulamaya çalıştık. Bunun için de her zaman mücadele edeceğiz. Herkesi bekliyoruz. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравился этот обзор и вы не останетесь без покупок, потому что я сейчас тоже иду себе что-нибудь присмотреть. Поэтому добро пожаловать в Аланию, добро пожаловать в Турцию и, конечно же, в торговый центр Нева. Всем всего хорошего и хороших покупок. Пока-пока.